А теперь информация для тех, кто в ближайшее время собирается на отдых за рубеж. Оформить загранпаспорт со скидкой в 30% теперь можно на сайте госуслуг. В онлайн-режиме документ будет стоить на 1050 рублей дешевле. Данная скидка распространяется на паспорта как нового, так и старого образца. Воспользоваться ей могут граждане, подавшие заявление и оплатившие госпошлину через портал государственных и муниципальных услуг. Список пунктов подтверждения личности также указан на портале. По данным миграционной службы, только за первый квартал этого года выдано более 7,5 тысяч загранпаспортов, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года. Такие же показатели и по заявлениям, поданным через интернет. От друзей узнал о едином портале госуслуг, о том, что можно легко, просто и в любое время его оформить, сидя дома. Всю процедуру оформления прошел за 10-15 минут и готовый паспорт получил через 30 дней. Преимущество этого момента то, что вы, не выходя из дома, заполняете анкету, направляете ее в электронном виде, также фотографию вы направляете в электронном виде. Данная заявка обрабатывается в первую очередь, так как электронные заявки, они стоят в приоритете, в отличие от тех, которые принесены на бумажном носителе.